От имени Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области я рада поздравить вас с этим замечательным юбилеем, поблагодарить руководство за такой внушительный, серьезный подход к работе. И я всем присутствующим желаю этого замечательного настроения. Неплохие успехи у нас в этой юбилейной дате. Во-первых, у нас замечательный педотряд, который старается сделать все для того, чтобы детям было в лагере интересно, ярко, красочно. Все дети у нас занимаются творчеством. У нас в лагере работает очень много кружков. Среди них есть те кружки, в которых они не просто реализуют свои творческие возможности, но и развивают свои проекты.